Новые антиковидные ограничения вводить на майских праздниках не будут. Об этом заявила вице-премьер страны Татьяна Голикова. Регионам напомнили о необходимости придерживаться уже действующих мер, которые ранее были установлены Роспотребнадзором. Кроме того, поручено организовать работу системы здравоохранения в предстоящие праздничные, выходные и нерабочие дни. Также вице-премьер отметила, что на начало мая в этом году пришлись и религиозные праздники. Во время богослужения и посещения кладбищ также необходимо соблюдать меры профилактики коронавируса. Задачами, собственно, сегодняшнего дня являются сохранение масочного режима, контроль за соблюдением этого масочного режима, соблюдение социальной дистанции, дезинфекционного режима. И также мы специально обращаем внимание, что в связи с перемещением граждан в транспорте необходимо обеспечить регулярную дезинфекционную обработку общественного транспорта.